Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною журналіст Каріна Орлова. Каріна, рада вас приветствовать, рада видеть. Здравствуйте, я вас тоже. Прежде чем начнем наш диалог с Кариной, традиционно прошу наших зрителей не забывать подписываться на канал «Сейчас», также реагировать на это интервью своими лайками, комментариями. Всегда рады видеть, рады читать. Если есть какие-то вопросы, также можете их задавать. У меня самый главный вопрос, Карина, к вам будет, что сейчас происходит с Ллойдом Остином и вокруг Ллойда Остина. По данным СМИ, он 4 дня провел в отделении интенсивной терапии, не знал об этом даже Джо Байден, и вот это дало почву для разных слухов. А что же дальше? Будет ли уволен глава Пентагона вот из-за того, что никто ничего не знал о том, что он госпитализирован? Накануне Белый дом опроверг информацию о том, что могут быть хоть какие-либо разговоры сейчас о том, что Ллойд Остин будет уволен. Что сейчас происходит на самом деле? Каковы последние новости о Ллойде Остине, о состоянии его здоровья? И, собственно говоря, как политические оппоненты Джо Байдена могут использовать сейчас это против него? Ну, что произошло? 5 января Пентагон где-то в 5 вечера официально заявил, что Ллойд Остин госпитализирован. На тот момент он все еще оставался госпитализирован с 1 января. Значит, потом стало известно быстро, благодаря СМИ, о том, что Белый дом был поставлен в известность через советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана в четверг, то есть на четвертый день после госпитализации Остина. У него произошли какие-то осложнения после медицинской процедуры, и ему проводилась еще одна процедура или операция. Мы не знаем, что. Но совершенно очевидно, да, что, возможно, он даже находился, скорее всего, под действиями анестезии. Да? Значит, Белый дом был уведомлен в четверг, 4 января, а Конгресс и профильные комитеты, ну, например, Комитет по вооружениям, да, который также отвечает за военную, да, национальную безопасность, был вообще уведомлен в пятницу, ближе к 5 вечера, за несколько минут до официального опубликования пресс-релиза Пентагона. Это вызвало шок, возмущение, негодование. Опять же, никто не обсуждает, что именно произошло с Ллойдом Остином. Хотя обычно, вы знаете, в таких случаях все-таки говорят, ну, какого характера, да, процедура, какой диагноз. И не говоря уже о том, что извещают сразу. Так было, кстати, в случае с госпитализацией Колина Пауэлла, когда они объявили сразу. Да, но, значит, шок и возмущение вызвало то, что Пентагон держал в неизвестности Белый дом и Конгресс 4 и 5 дней соответственно, и это все в разгар кризиса, войны на Ближнем Востоке, продолжающейся войны России против Украины, да. И, значит, еще один нюанс возник. Значит, Пентагон заявил, что на время госпитализации Остина к исполнению его обязанностей в любой момент готова была приступить заместитель главы Пентагона, министра обороны Кейтлин Хиггс. Но есть нюанс. Кейтлин Хиггс в это время находилась в отпуске в Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико – это территория США, но она находится далековато от Вашингтона, D.C. Значит, Кейтлин Хиггс тоже не известили о том, что Ллойд Остин был госпитализирован. Хотя Пентагон заявляет, что министр обороны регулярно делегирует свои полномочия, ну, частично, не все, своим заместителям без объяснения причин. Но, тем не менее, значит, сейчас отставки Ллойда Остина не будет, скорее всего, я на 98% уверена, но, вероятно, мы увидим слушания с участием Ллойда Остина. Я, кстати, не знаю, в пятницу он точно находился в больнице, и сам он заявил, что приступил, значит, к обязанностям, находясь на больничной койке, заявил, что мог бы лучше справиться с ситуацией и известить, да, проделать лучшую работу по оповещению Белого дома и Конгресса о своем состоянии. Это просто возмутительно. Я прошу прощения, Карина, да. Есть ведь какой-то протокол, да, вот на такие ситуации? Нету.
если что-то происходит с главой Пентагона, происходит информирование Белого дома и принимается решение. Протокола нету, в том-то и дело. Нет ни закона, ни никакого протокола. То есть это все как бы действует по таким неписанным, неформальным правилам, но и из общего понимания ситуации, да, что Белый дом все-таки президента США необходимо информировать о такой ситуации. И главное, что теперь Конгресс хочет добиться вопросов на следующий ответ. Опять же, никто не спрашивает, что там произошло с Ллойдом Остином, как бы это его личное дело, медицинская как бы тайна, он имеет на это право. Но стране необходимо знать, как долго Ллойд Остин находился в недееспособном состоянии, если находился, например, если он был под анестезией, соответственно, он никак не мог исполнять свои обязанности, что происходило в этот момент, кто исполнял его обязанности и как принимались решения, кто в них участвовал, о том, когда оповещать Белый дом и Конгресс. Я думаю, что мы увидим слушания с Ллойдом Остином, на которых ему придется объясняться в связи с происходящим. И это было бы здорово, потому что это просто недопустимо. Я, вы знаете, поддерживаю демократов и Джо Байдена, и его администрацию, но то, что произошло, это просто кошмар, это возмутительно, недопустимо, и не должно случаться ни при каких обстоятельствах. Вы говорите о том, что, возможно, будут слушания, или они уже назначены, на которых Ллойд Остин будет объяснять эту ситуацию? Они не назначены, но член Конгресса от обеих, кстати, партий требует проведения этих слушаний, поскольку республиканцы в Палате представителей возглавляют все ключевые комитеты, они точно, у них есть право и полномочия вызвать Остина на слушание. Я просто уверена, что они состоятся. Просто и сейчас, кстати, непонятно вообще, где находится Ллойд Остин, например, он еще в больнице или уже нет, и если у него... Совершенно очевидно было что-то серьезное, да, потому что Америка это страна, в которой людей не держат в больницах, если только это не вот сразу после операции, да, то есть вот как только от наркоза отошел, 2 часа и домой, до свидания, это правда. Если человек находится в больнице, в стационаре, то значит это что-то очень серьезное, то, что требует врачебного надсмотра и совершения каких-то процедур, которые невозможно сделать дома. Например, людей даже с капельницами домой отправляют. Да? Но, тем не менее, Остина оставили. Поэтому я не знаю, в каком состоянии. Думаю, что он просто еще физически, возможно, не готов к тому, чтобы давать показания. Но я уверена, что они состоятся в ближайшее время. О дееспособности Конгресса сейчас поговорим. Появились сообщения о том, что достиг Конгресс соглашения по расходам, которое поможет предотвратить шатдаун. Ну а вот что дальше после этих соглашений? Будет ли разблокирована помощь Украине в 61 миллиард долларов? И какие дальше процессы, чего ожидать уже в ближайшее будущее? Ну, смотрите, значит, сделки, да, договоренности предварительные достигли Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. И туда, в эти соглашения, не были включены ключевые требования ультраправых республиканцев, мага-трампистов, да, конгрессменов, Палаты представителей по урезанию расходов государства. Значит, уже официально, это у них называется фракция такая, да, Freedom Caucus, выпустила заявление, что это соглашение о бюджете, о финансировании правительства, чтобы избежать шатдауна, недопустимо, неприемлемо ни при каких обстоятельствах. И большой вопрос, да, остается. Значит, ну, если Джонсон достиг соглашения с демократами, значит, голоса есть, даже без вот этого Freedom Caucus, да, без трампистов. Это, собственно, похоже на повторение сценария сентябрьского, когда грозил шатдаун, и когда Кевин Маккарти, в последний момент, реально в последние часы, договорился с демократами, чтобы избежать шатдауна, несмотря на то, что мага-конгрессмены настаивали на наступлении этого шатдауна. Вот, значит, шатдауна удалось избежать, и Кевин Маккарти лишился своего спикерства довольно быстро. Значит, теперь над Майком Джонсоном, если такой закон будет проголосован, висит такая же угроза, потому что, значит, вот эта мага-фракция уже сказала, что это неприемлемо, недопустимо, совершенно очевидно, что они будут голосовать против, вот, и совершенно, встает вопрос, будут ли они применять такие же меры дисциплинарного воздействия, назовем это так, к Майку Джонсону, которые они применили к бывшему теперь уже спикеру Кевину Маккарти. Вот. Значит, конечно, это все детали. Нас волнует, естественно, помощь Украине. Да? Она не включена в этот пакет. Переговоры продолжаются, несмотря на то, что сессии Конгресса возобновляются
так, возобновляются, собственно, сегодня у нас что, вторник? А, ну вот вчера и сегодня они возобновились сессии, но, тем не менее, до этого конгрессмены и сенаторы уже вернулись, да, в Вашингтон и продолжали переговоры. Вот, значит, пока все на той же стадии, как и было до Нового года. И вы знаете, вот, как бы, конечно, многие задаются вопросом, как вот эта сделка между республиканцами и демократами по избежанию шатдауна повлияет и повлияет ли вообще на помощь Украине. Вот очень уважаемый мной Дмитрий Абрамсон, я не знаю, брали ли вы интервью когда-либо или нет, но он появляется очень часто в украинских эфирах, да, он прекрасно разбирается в американской политике, и вот он считает, что, я прочитала его публичный пост о том, что он считает, что это поможет, да, что, значит, то, что Джонсон пошел на соглашение с демократами, поможет Украине, что, и что, как бы, если он здесь опрокинул этих мага, да, то он и, как бы, и в случае с Украиной на них наплюет, потому что, я напоминаю, мага настаивает на том, что Украине вообще нельзя больше давать ни доллара, да, это тоже очень важно. Значит, но я думаю, что это может быть, ну, теоретически так может быть, да, как предполагает Дмитрий Абрамсон, что Майк Джонсон решит пойти как бы против. Это, кстати, его же, ну, он тоже ультраправый, ну, в принципе, мага, да, он тоже мага-конгрессмен, да, что он вот теперь решил пойти против своих же и во всех вопросах. Но есть и вторая вероятность, вы знаете, что он разменяет помощь Украине и Израилю, не знаю, там отдельная история, потому что мага поддерживают в целом помощь Израилю. Значит, что он разменяет помощь Украине на вот это вот избежание шатдауна. Ну, что он с ними договорится, что типа я, давайте вот здесь вы согласитесь в плане, да, бюджета и избежания шатдауна, вы согласитесь, и мы придем к соглашению, что мы избегаем шатдауна и принимаем вот такой закон, в который не включены все ваши требования по урезанию расходов. Но мы, допустим, жертвуем помощью Украине, да, или мы Украине выделяем там 10 миллиардов вместо 60, вот, вот считай, да. То есть я боюсь, что вот такое может произойти, потому что если бы Майк Джонсон, как спикер Палаты представителей, хотел помочь Украине, да, и считал, что помощь Украине необходима, и она действительно необходима, не сегодня, а вчера, даже позавчера, то ему ничего не мешало вынести на голосование законопроекты и принять их, да, и ничего не мешало ему пойти на сделку с демократами по этому вопросу. И точно там бы, там, я не знаю, он бы нашел 212 демократов и каких-нибудь еще 6 республиканцев, на самом деле гораздо больше, которые бы проголосовали за это. Но он этого не делал. Все, что он делал, это, я лично считаю, профанацией по данному вопросу. Поэтому сейчас нужно следить очень внимательно. И я вам скажу так, если мы не увидим, вот после того, как будет проголосован этот закон об о финансировании правительства для того, чтобы избежать шатдауна, это будет в ближайшие дни происходить. Если мы не увидим призывов или попыток сместить Майка Джонсона с поста спикера, то это может означать, ну, потому что это логично, потому что с Маккарти сделали то же самое, логично, что они бы и с Джонсоном сделали то же самое, если он их как бы кинул, да. Но если этого не произойдет, то логично предполагать, что они заключили сделку. И условием этой сделки станет помощь Украине, возможно. Я надеюсь, что это не так. Ну, смотрите, Карина, а вот это вот спикериада, вот, допустим, предположим, что Джонсона могут отправить в отставку. Да. Это спикериада, получается, тоже тормозит помощь Украине? Конечно. Ведь да, процент, мы помним, сколько Джонсона они выбирали. Да, без спикера невозможно принять ни один закон, просто процедурно. И вы знаете, парадоксальным образом, то есть кто-то задумается, ну как же, это же вредит республиканской партии, да, такой хаос, и мы видели, что это очень негативно сказалось как бы на общественном восприятии, потому что это, вот это все спикериаду устроили республиканцы, ничто, у них большинство, им ничто не мешало вообще любого спикера избрать с первого раза. Но, понимаете, есть республиканская партия, а есть Трамп, и Трампу вот этот хаос выгоден. Вообще ему выгоден шатдаун, ему выгоден хаос в республиканской партии со спикериадой, потому что он же избирается не как республиканский кандидат,
ну, формально, естественно, он избирается от республиканской партии, но он избирается как собственная сила, как сила, которая давлеет над республиканской партией, да, не как человек республиканской партии, да, а республиканская партия – это теперь партия Трампа. И его-то месседж основной, что вот болото, смотрите, они на что не способны, ничего не умеют, ничего не знают, я один Трамп, вас всех спасу. Он буквально это говорит, да. И, соответственно, чем больше хаоса, чем больше недееспособности правительства, тем Трампа, конечно, он говорит, смотрите, у меня вот уже реформа готова, я всех заменю бюрократов, они на что не способны, это никак не влияет на Конгресс. А шансы Трампа высоки принимать участие в этих выборах? В смысле, что он дойдет до... хороший вопрос, да. Ну, значит, смотрите, из хороших новостей есть то, что Верховный суд США согласился рассмотреть в ускоренном порядке 8 февраля назначенное заслушивание аргументов сторон в Верховном суде по вопросу о том, значит, подлежит ли Трамп дисквалификации по 14-й поправке. Продолжение... Но это только в одном штате, правильно? Нет. Если Верховный суд принят решение, то это распространяется на все штаты. Собственно, вопрос поставлен так. Имеют ли штаты право дисквалифицировать Трампа из бюллетеней? Соответственно, пока... То есть это конкретное дело, в нем оспаривается решение Верховного суда Колорадо. Но Америка – это страна прецедентного права, поэтому если будет принят прецедент по Колорадо, соответственно, он будет распространяться на все другие штаты. Знаете, какая самая парадоксальная, удивительная ситуация складывается в этом? Значит, Верховный суд США делится на две части. Не только либералы и консерваторы, да, но и, что касается Конституции, потому что Верховный суд рассматривает конституционные вопросы, да. Там, значит, есть оригиналисты, то есть судьи, которые считают, что тексту Конституции следует толковать буквально. То есть... Вот как написано, так и действуем. Ничего, что это было написано больше 200 лет назад, да? Вот буквальное толкование Конституции вне зависимости от современного контекста. А либералы, и это, конечно, консерваторы, да? То есть и все, кстати, назначенные Трампом судьи, включая Эми Кони Барретт и Нила Горсуча, и даже Бретта Кавана, они публично, их вот уже рекорд, да, принятия решений, он основан на их принципе вот такого подхода, оригиналист. Вот как написано, так и действуем. Но, а либералы, наоборот, да, они, значит, считают, что, конечно, трактовка Конституции должна быть, как бы должна соответствовать времени. Но получается, что если судьи будут следовать своим же собственным принципам, тогда консервативные судьи, назначенные в том числе Трампом, должны проголосовать за его дисквалификацию, потому что это буквально то, что сказано в Конституции. Вот никаких вот все, принимал участие, да. Но единственное, они должны будут определить, как бы, что это был insurrection, восстание, да, как сказано в 14-й поправке, или там захват, но он же был, да, то есть как бы тут не надо вообще никакого суда, все знают, ну как бы понятно, что это был insurrection. И Трамп помогал, да, или оказывал, там было aid and abate, там помогал и оказывал утешение, ну он писал твиты «я вас люблю», писал этой толпе. Да, то есть все было. Но это тоже, видите, как будет трактовано уже непосредственно. Понимаете, парадокс в том, что по идее консервативные судьи должны проголосовать за дисквалификацию Трампа, а либеральные судьи должны проголосовать против, потому что, вероятно, да, потому что они как бы будут трактовать это. Короче, это очень парадоксальная ситуация, но еще есть один интересный нюанс. Смотрите, как только Верховный суд объявил о том, что он будет рассматривать этот вопрос, и вот 8 февраля, это очень важный вопрос, значит, адвокат Трампа Алина Хабба, это потрясающий персонаж, можете про нее прочитать, она как-то вот, знаете, карьеру свою построила очень интересным образом, она была менеджером парковок, ну, она не прям сидела, билетики как бы пробивала, да, но она работала в компании, которая управляла парковкой, вот, и тут она вдруг стала, значит, юристом Трампа, и она такой, у него есть разные юристы, есть те, кто постоянно ходит на ТВ, вот, и она одна из них, да, она, кстати, в суды ходит, потрясающая, значит, потрясающий юрист, вот, и она заявила в эфире Fox News, что она прям назвала по имени Бретта Кавана, Бретт Кавана – это судья второй, по очереди выдвинутый Трампом назначенный судьи Верховного суда назначают Сенатом, но там был страшный скандал, если кто-то помнит, были слушания, на которых Кавана обвинили в сексуальных домогательствах в старшей школе, значит, выступила женщина публичная, Кристин
Форд, по-моему, обвинила его в том, что они там напивались и, ну, фактически насиловали, да, девушек, и, в общем, безобразно себя вели, там были дневники его опубликованы, сам Кавана вел себя тоже, он, когда дошла речь до него, да, чтобы он выступил, он вот эти гримасы перекошенные в злобе, он просто плевался, кричал, это было просто кошмар. То есть, да, такой человек просто по своему темпераменту должен быть уже дисквалифицирован. И, между прочим, юридическая ассоциация американская отозвала, там, понизила ему рейтинг вот из-за его этого поведения, да, из-за темперамента, недопустимого для судьи. Значит, но тем не менее, скандал был, он прошел. И Алина Хабба не преминула напомнить Бретту Кавану прямо по имени, что он должен Трампу. Она сказала, что, значит, Дональд Трамп прошел и за Кавану через ад, он его назначил, и я уверена, что Кавану will step up, что он вступится за Трампа, да, значит, он примет правильное решение. Но я даже не знаю, вы знаете, вот мне кажется, ну, мне кажется, даже в России, ну, нет, наверное, в России вот такое происходит, да, то есть это, ну, мягко говоря, давление на суд, да? Но вообще это такая мафиозная тактика. Типа, Кавана, мы с тобой повязаны, значит, круговой порукой, я тебя, ну, в смысле, Трамп, да, мой клиент, ну, это вообще слова Трампа, естественно, ему юрист передает все, что, как бы, Трамп имеет сказать по этому поводу. Значит, я тебя провел, назначил, ты получил такое теплое местечко, несмотря на то, что ты весь по уши вообще в грязи, не должен был там быть, а теперь ты мне должен. Значит, да, и, ну, и это именно, видите, они таргетируют именно Бретта Кавана, не других судей, потому что Эми Кони Барретт, ну, она, естественно, у нее чистейшая репутация, и она прошла без вопросов, так же, как и Нил Горсуч. Значит, получается, что они не уверены в том, что Кавана проголосует непременно против дисквалификации Трампа. Но я вам скажу так, значит, конечно же, там многие, сам Трамп, наверное, считают, что раз это назначено им судьи, то они проголосуют за, точнее, против дисквалификации Трампа, да? А я вот, вы знаете, в этом совсем не уверена. Ну, и по нескольким причинам. Во-первых, в 2020 году вот эти же судьи, все, кроме Кларенса Томаса, это потрясающий судья, коррумпирован вообще с ног до головы. Это просто такой американский Лебедев, да? Он 20 лет уже, как выяснилось, катается на яхтах, на частных джетах, на люксовый отдых летает. И все это щедро оплачивается республиканскими донорами-миллиардерами, которые также являются, спонсируют официально республиканских политиков и инициативы. Ну, вы понимаете, да, что это такое, это взятка, это подкуп. Вот, значит, ну ладно, этого Кларенса Томаса в сторону. Все остальные судьи голосовали против исков Трампа, да, который пытался отменить результаты выборов. Там разные способы были, в том числе они подавали иски в суды, и Верховный суд США отклонил все. Соответственно, не стоит думать, что в Америке, по крайней мере, пока суд действует так же, как в России, да, что вот Трампом, там, ну, не назначенные Трампом, выдвинутые, предложенные Трампом, да, назначаются Сенатом, но тем не менее, что они будут голосовать, что это судьи Трампа, что они будут голосовать за Трампа. Нет, это не так. Два, вот я бы на месте Бретта Кавана очень сильно задумалась, потому что когда ему публично послали такой, ну, недвусмысленный сигнал вообще просто, да, без всяких экивоков, я бы на его месте задумалась, какую позицию он будет занимать фактически, если Трамп вернется к власти, и какая власть будет у всех судей Верховного суда, и особенно у Бретта Кавана. Ему фактически то есть ему сказали так, значит, несмотря на то, что ты прошел слушание, ты грязный, ты виноват в сексуальных домогательствах, в которых тебя обвиняли, и ты прошел только благодаря Трампу, теперь ты ему должен. Вот если Бретт Кавана сам себе там внутри считает, что он ничего чудовищного не совершал, или он хочет, чтобы так публика думала, я думаю, что в его интересах проголосовать так, как, во-первых, следуя своим собственным принципам, будучи оригиналистом конституционным, и проголосовать за дисквалификацию Трампа, как того и требует Конституция. И я на месте судей вообще Верховного суда, особенно консервативных, я думаю, либеральным, и так все понятно, ну и консервативным, наверное, тоже, задумалась о том, какое место они будут занимать в системе власти США, если Трамп вернется к власти. Трамп нам обещал диктатуру в первый же день. Ну, я думаю, что
любой человек понимает, что диктатура в первый день не заканчивается во второй. Она не заканчивается никогда, она заканчивается только со смещением, да, революции или там госпереворотом, либо, естественно, смертью, это не всегда. Вот, например, в России диктатура не закончится, наверное, со смертью Путина, по крайней мере, так сразу. Так что интересная история. Будем смотреть, но я не думаю, что все так однозначно, как многие считают. Но эти слушания, они будут 8 февраля, а праймерис и у республиканцев, и у демократов в конце января. Так вот, чего ожидать от этих праймерис? Ну, смотрите, Айова, да, у нас 15 января, кокос в Айове республиканские, значит, что там важно? Ну, смотрите, понятно, что Трамп лидирует, но на него тоже оказывается как бы давление, да, общественное. Общественное давление общественное выражается. Сейчас объясню. Он должен показать очень решительную победу. Да. Вот это ожидание. Ты прав, или вот в чем это решительность? Огромный отрыв. Отрыв должен быть огромен. То есть ну, он должен быть, ну, соответствовать, наверное, его результатам опросов. Да? То есть он сейчас лидирует там с отрывом сколько? 40% пунктов? Или 30? Ну, по-разному. Ну, пусть 30. Да? Ну, вот примерно такой же он должен показать. Если там будет отрыв 15% пунктов, это будет очень серьезный звонок о том, что позиции Трампа на самом деле не так уж сильны. И вы же понимаете, что избиратели праймерис, когда они голосуют, если только это не первые праймерис, как в Айове, они смотрят на предыдущие результаты. Это все равно влияет, да, это оказывает влияние. Так что, значит, что первое, да, Трамп, завышенное ожидание, он, кстати, сам их все время завышает, так что теперь он должен показать очень серьезный результат, огромный отрыв. Второе, знаешь, отрыв от кого? Но на втором месте идут Рон Десантис и Ники Хейли. Причем если Десантис вообще... Десантис – потрясающая компания, конечно, ведь помните, он начинал когда-то, у них с Трампом было одинаково год назад, по 40%, потом он скатился до 30, потом до 20, сейчас где-то у него там 9-10, не очень понятно. Ники Хейли, да, она по некоторым вопросам второе место занимает, а и обгоняет Десантиса. Если Десантис не покажет решительный отрыв от Ники Хейли, решительное второе место, давайте скажем так, то, скорее всего, ему придется заканчивать свою избирательную кампанию. Вот это ожидаем. Значит, что касается Ники Хейли. Вот интересно. Ее компания давно набирает обороты, и, конечно, у нее главное, сейчас ее компания сосредоточена на Айове, Нью-Гэмпшире и Южной Каролине. Южная Каролина, потому что Ники Хейли является бывшим губернатором Южной Каролины. И по опросам там Трамп ее обходит, но, соответственно, если она показывает плохой, ну, если у нее, у Трампа очень сильный от нее отрыв в Южной Каролине, то она тоже заканчивает свою избирательную кампанию, потому что если... бывший губернатор своего штата не может, да, выиграть или там, показать серьезный результат в собственном штате, то ему нечего делать в президентской гонке. Вот, значит, такие результаты. Потом что еще? Значит, ну, смотрите, как бы, да, Айова – это первый, как бы, крупный тест для избирателей, потому что Айова – это евангелисты, такие христианские, да, социально-консервативные, и понятно, и показывает как бы их направление. Но вы знаете, несмотря на то, что вот Айова – это первые кокусы, да, хронологически, достаточно редко победители именно Айовы, республиканские, сейчас про республиканских говорим, в итоге становятся номинантами от республиканской партии. И вы знаете, я еще тут наткнулась на очень интересный опрос, который был, результат которого были опубликованы несколько дней назад. Оказывается, четверть, внимание, избирателей Трампа, не республиканцев, а избирателей Трампа, говорят, что он не должен быть номинирован, если его официально признают виновным в уголовных процессах. Mm-hmm. Представляете? Это четверть избирателей Трампа. А это, ну, Трамп, я уже не устаю повторять, что Трамп – это культ, да? И смотрите, даже если там четверть прозрела, то это очень интересно. Соответственно, можно как экстраполировать эти результаты на то, что, например, республиканцы, которым не нравится Трамп, то, может быть, им достаточно вообще 91 пункта уголовного обвинения против Трампа, да? А независимые, может быть, и, да, то есть как бы еще сильнее. То есть как бы это очень интересный показатель. Несмотря на то, что вот Трамп сам
о себе говорит, что он безоговорочный победитель, что из-за него проголосуют 200 миллионов человек. Он, кстати, и такое говорит. Ну, это полный бред. Вот. Но понятно, что он просто он действует по вот законам такой пропаганды. Если повторить ложь 100 раз, то люди в нее поверят и будут считать это правдой. Это то, что он делает. Вот. Но на самом деле все может быть совсем не так. И, ну, посмотрим. Интересно посмотреть на Кокуса Айова. Посмотрим, насколько сильны позиции Трампа в реальности. Если, ну, сейчас мы можем говорить только в категории предположений, если Трамп выбывает из этой гонки, ну, там, разные могут быть причины. Ну, да. Как может измениться риторика того же Десантиса? Я не знаю, как может измениться риторика того же Рамасвами? Ой, ну, слушайте, Рамасвами все, да, мне кажется, уже он, у него уже был момент, моментум, да, но он, Рамасвами, послушайте, проходит кастинг на должность в правительстве Трампа. Вряд ли вице-президент, потому что индус, потому что цветной, да, вероятно, министерская должность. Его бы это устроило, и совершенно очевидно, что он проходит кастинг на должность в администрации Трампа. Значит, Десантис. Я думаю, что если Трамп выпадет из гонки, безговорочным лидером гонки станет Ники Хейли. Потому что у Десантиса, понимаете, как оказалось, вообще нету. Ну вот у него нету того, что нужно для лидера. Да, кто-то там выдвинет контраргумент о том, что он победил, сам Десантис такой аргумент выдвигает, о том, что он там одержал решительную победу во Флориде в 2022 году, но там проблема, там просто губернатор, который переизбирался, действующий, против которого избирался Десантис, точнее, это было в первый раз в 2018 году, его нашли там, в комнате отеля с крэком, да? То есть, как бы, не очень сложная победа была. В 2022 году он действительно переизбрался на моментуме, потому что выходила, значит, страна из коронавирусного кризиса, и дальше у Десантиса началась череда неудач. И, как бы, у него нету политической силы, политической харизмы, вот этого того, что... даже того, что есть у Трампа, потому что Трамп, он на самом деле политическое животное, да, то есть он знает, у него есть сила, чтобы манипулировать и управлять массами. Да? У Десантиса этого нет, он очень слабый. Ники Хейли, на самом деле, по крайней мере, ну, она хоть что-то говорит против Трампа, хотя она тут очень сильно опозорилась, не ответив на вопрос о том, что рабство было причиной гражданской войны. Это было очень чудовищно. Понятно, что она просто боялась разгневать, да, сторонников Трампа, потому что они как бы хотят стереть историю рабства и вообще отрицают, что это было что-то плохое, ну просто вот часть истории, да, все, забыли, проехали. Вот. Поэтому я думаю, что Ники Хейли будет лидером. И у нее, кстати, хорошие шансы. И она показывает же по опросам, вот если бы она избиралась против Байдена, то она, скорее всего, даже одержала победу, потому что, ну, она не сумасшедшая, как бы, да, такая республиканка, не мага, вот, но при этом она женщина, она молодая достаточно, и я думаю, что многие независимые за нее проголосовали, а не за Байдена. Так что, а Десантис нет. Он, ну, я не знаю, что он еще делает в этой кампании, скорее всего, просто как-то деньги еще какие-то есть, которые не потратили, и нужно их потратить, и, видимо, кто-то ему еще дает на эту кампанию, я не знаю, но ему, конечно, пора уже из нее выходить. А может, они все ждут, понимаете? Тоже вариант. Они могут все ждать просто, что Трамп, я не знаю, его дисквалифицируют, он умрет или что-то еще. Это для них идеальный вариант. То есть Десантис, собственно, с этим, ну, изначально он свою кампанию начал как реальный конкурент Трампа, да, и все от него ожидали, но потом, когда он очень быстро скатился, он уже не может, при Трампе он не может, да, как бы как-то отпрыгнуть назад, да, наверх. И тренд у него нисходящий, а у Ники Хейли восходящий, то есть у нее она набирает, а Десантис только теряет, но он ждет его, он как считает, что если с Трампом вот он выпадет из гонки, как вы говорите, внезапно, то у него есть шанс, как он, я считаю, что у него нет шанса, он считает, что... Еще один вопрос. Не могу с вами не обсудить статью Wall Street Journal, где написано было о том, что на закрытых вечеринках Илон Маск употребляет наркотики, и этим сильно сейчас обеспокоены сотрудники его компании. В принципе, для Америки это большая новость. И вот эта публикация разгромная, где указывалось, собственно говоря, какие-то относительно конкретные факты, чем угрожает бизнесу Илона Маска в целом. Ну, слушайте, то, что Илон Маск наркоман, мы знали давно, и речь идет не о марихуане, да, он, помните, появлялся в подкасте, по-моему, Джо Рогана, где он курил траву, но это легализовано, как бы это
не считается. Вот. Но то, что он употребляет наркотики типа там галлюциногенные, да, это тоже, мне кажется, ну, попадало в сеть. В том числе был скандал с Граймс, когда к ним приходила какая-то третья кто-то, она рассказала, что они там все были обдолбанные. Он, ну, в смысле, он и Граймс. Вот. Так что это как бы, не, ну, ну, это так было все, да, на уровне сплетен. Сейчас об этом написала газета Wall Street Journal. Хорошо, что они сделали этот материал, потому что это очень сильно помогает правительству США, особенно Пентагону и НАСА, да, которые оказались, вот они оказались в зависимости от Илона Маска и его технологий. В том числе у Пентагона были запланированы, значит, космические полеты на его, на масковских, на SpaceX-овских фальконах, да, доставка там грузов. И вот как год, около года, да, Пентагон еще будет оставаться, да, в зависимости от Илона Маска. Об этом была, мы, по-моему, с вами даже обсуждали, была огромная статья о том, как американское правительство просто теперь зависит от прихоти одного вот такого человека очень нестабильного. Теперь мы знаем, что у него есть проблемы с наркотиками, да, публично. Хорошо, что это все описано, это дает как бы сильную руку правительству, и возможно будет, то есть дальше какая процедура? Ну, есть федеральные, как это, guidelines, не законы, а подзаконные акты, которые регулируют, значит, контракторов правительства США, в том числе Пентагона, да, то есть там есть правила поведения, в том числе и там недопустимости и так далее. Вот здесь может быть, да, какое-то давление будет оказано, например, на компании, на советы директоров компании. В первую очередь речь идет о SpaceX. Tesla – это частная компания, никого особо это не волнует, кроме держателей акций Tesla, наверное. Вот. Но SpaceX – это серьезная история. Может быть, правительство США просто окажет давление или заставит борт SpaceX собраться и поставить вопрос о снятии Илона Маска с должности. А мы вот знаем со скандалом с Сэмом Альтманом, которого внезапно, значит, сняли с должности компании OpenAI, да, потом вернули, но вряд ли с Илоном Маском такое будет. Так что он действительно, он может это начало вот такой кампании давления на компании Илона Маска, в том числе SpaceX, с тем, чтобы они сняли его с должности. И мне кажется, это будет неплохо, потому что он опасный человек, да. То, что он, ну, у него все как бы взаимозависимо. Например, Твиттер он использует как политическое оружие, и он делает очень плохие вещи в Твиттере, то есть он продвигает антисемитизм открыто, да, он приглашает на площадку Алекса Джонса, человека, который заработал 850 миллионов долларов на своих соцсетях, да, на том, что он рассказывал, что стрельба в школе Сэнди Хук – это постановка, и ее вообще не было, да, и он просто разрушил жизни и так разрушенные семей погибших детей в этой школе. Ну, то есть вот всех подонков, которых можно собрать, ну, естественно, Алекс Джонс, супер правый, он там антисемит, все понятно, это даже можно не называть, да, вот, и сам он антисемит. Ну, кто-то скажет, ну, а был же вот Генри Форд в Америке, да, ну, им же Гитлер лично восхищался, ну, вот ничего. Ну, как бы, мне кажется, времена изменились, и все-таки время Генри Форда ушло, вот, и Илон Маск – это тоже… Он, конечно, со своими взглядами и поступками, он не должен занимать такие должности, да, в компаниях, которые являются контракторами, как сказать, подрядчиками, вот, подрядчиками американского правительства. Ну и Twitter, собственно, тоже, да, потому что это все-таки публичная площадка, и решения Илона Маска напрямую влияют на политику Твиттера. Не знаю, я за то, чтобы его сместили с должности CEO. Ну что ж, будем следить за развитием событий, какие повлечет за собой последствия эта публикация, в частности, Wall Street Journal. Карина, как всегда, благодарю вас за интересную беседу, за то, что находите время и возможность присоединяться к нашим стримам, делиться определенными инсайдами в вопросах политики, да, внутренней политики в Америке. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо большое, Лен. До свидания. Карина Орлова, журналіст. Разом із нами була у тій порі на стрімі. Традиційно наших глядачів закликаю не забувати підписуватися на канал «Сейчас». Так само підтримуйте цей стрім своїми лайками, коментарями. Ну і так само не забувайте поширювати цю інформацію. В такий спосіб з нею зможе ознайомитися якомога більше людей.